Так, мы находимся на улице, которая хорошо достаточно освещается фонарями. Вот в руках я держу этот XML-T6 фонарик, который прекрасно освещает дорогу перед собой. Есть у него несколько режимов. Мигание. То есть отлично видно. Все. Это в минимальном. Вот максимум режим. То есть велосипедисту все должно отлично быть видно. Вот участок улицы, где освещение менее интенсивное, но также есть. То есть вполне намного больше освещает. Есть два режима. Еще меньше, этот еще меньше.